Подожди, не заводи, Андрюх. Ну что, не нравится звук. Пиздатый, пиздатый. Смотри, Салек, Салек. Ты сейчас послушай его, как он сейчас с инструментами взаимодействует. Сейчас увидим. Не очень он острый. Ну, может быть, нормально, что прорезает всю хуйню. Его можно сделать тихо за счет этого. Мне нравится чуть вторая чуть часть вот этого. Че? Вторая часть соло нравится. Первая сейчас часть нравится. Я через... Я не хочу с тобой общаться, не стану я с тобой встречаться, и я ничуть не сожалею, что никогда не поумнею. Останусь глупым навсегда. Останусь глупым навсегда. Звони тебе, теперь уже не буду, и навсегда тебя я позабуду, и я ничуть не сожалею, что никогда не поумнею. Останусь глупым навсегда. Я не хочу, да хоть ты пиздишься, с тобой встречаться. Курился, что ли? Сколько выпил? Хочу с тобой встречаться, не стану я с тобой встречаться.
первом куплете слова перепутал. Это место просто, блядь,
ну, это, блядь, даже не плагиат, а просто спизжено. Это настолько кто-нибудь. Это фишка, понимаешь? Это охуенная фишка. Но ну, эту фишку ну, сделали, Blink 182. Да, да, да. И, как бы... и Колян охуенно ее сыграл, ничего не говорю. Ну, но, да. Блядь, эту фишку второй раз мы не можем исправить. Потому что это она, да? Она очень, блядь, неожиданно, блядь. Угу. И, ну, нельзя так он спекулировать. Я просто, честно говоря, не понимаю, какой ты. А, медленно у них песня. Да, вот да, там точно такая же хуйня. Да, 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 да. А может быть там звук изменить у клавиш как-нибудь? Или тогда, блядь, вся фишка теряется? Ну это уже на ленту сыграно, во-первых. А. Не, я ничего не имел бы против, если бы, блядь, я вот это... Если бы это не было... Не да, было, блядь, я понимаю, не, я понимаю, что он говорит, от с нового альбома, там есть такой момент. Там прямо... Не с нового, это с этого, блядь. А там, с нового альбома. Там пианино, на новом, там пианино, пианино, пианино играется? Да, именно, именно вот такой момент, то есть там Мочилова, а потом такое, как бы такое... Отыгрыш, как бы. Я тебе говорю даже не про новый, а про этот, как он назывался-то. I always love you, вот это. Animal of the State. У них есть песня, блядь. Как да. Называется? Adam Song. Adam Song, который клип, блядь, снят. Да? Я тебе сейчас его сыграю даже, если хочешь. Вот такая. Нет, я просто как бы... Вот, нет, дай я тебе скажу. И там прямо идет, там идет такой, блядь, фаршлаги там, трум-трум, играет клавиши, ну что, вот это. Там такой, там, ну, не такой бридж, там тоже какой-то, там что-то они там липнут. А. И там какие-то, блядь, тэн-тэн-тэн-тэн. Это же тонация. Ой, ну, проехали куплет, как бы представил. И потом съезжаешь вот сюда. Да я послушаю, все. Нет, я тебе просто могу точно, я специально снял. Я знаю, там прикол разговаривай. Reputation came through intimidation. Passive is no longer tradition. Cause hey, with rules, poison and that's positive. Cause sick of yours. We got the minds. Like all my sugar nuts, can lose the fight, cause we are choosing ones. Da-da-da. We battle them with this, we celebrate, we separate our real place from our meat. Oi, oi, we the bros, sports and anti-sports, we cut it to lose. Oi, oi, we the boys, orthodox, we got the heroes. Когда мы полектируем, да? Да. Ну,